Привет всем, вы на канале Позитивный Огород. Приступаем к дегустации томатов сезона 2020. Это у нас томат Салуха, банановые ноги, красные бусы. Самые такие крупные томаты — это Чудо Земли, смесь черри томатов Вишенка, красная, здесь вот желтая. Это у нас томат Большая Мамочка и томат Любаша. Такие томатики. Только что вот этот томат был в центре этого видео. И вот в разрезе. Это у нас томат Чудо Земли. Такой вот очень сочный мясистый томатик. Не скажу, что он супер сладкий, но очень хороший томат для салатов. Такой вот мясистенький и очень даже аппетитный. Достаточно крупные у него плоды. Такие вот. Ну, в принципе, хорошо растет в теплице. Ну и конкретно в нашей теплице не подвержен вершинной гнили. И томат Банановые Ноги. Вот такой вот он в разрезе. Многие ругают данный томат именно за вот эту вот центральную, вот эту, как же ее назвать-то даже, очень такую крепкую сердцевину. Ну, за вот это как бы не очень хвалят данный томат. Ну и в конкретно в нашей теплице вершинная гниль поражает его очень-очень сильно. Достаточно вкусный томат. Присутствует в нем томатная вот эта сладость. Ну, и, конечно, из-за формы его еще выращивают такой очень даже привлекательный. Но конкретно именно у нас он не показал такую прям супер урожайность. Но, в принципе, даже вот с этим поражением вершинной гнилью томатов на кусту, именно целых томатов, достаточно много. Поэтому не скажу, что плохой томат, но такой вот именно для нас средненький такой томатик. Томат Салуха. Такой вот он в разрезе. Совсем небольшое количество семян. Небольшая вот эта тоже центральная часть. И в принципе этот томат, он, наверное, самый любимый у нас. Очень сладкий, особенно вот именно сейчас, где-то к сентябрю, ближе месяцу, он будет набирать все большую и большую сладость, сахаристость именно в теплице. Хотя в этом году, к сожалению, из-за того, что семена у нас свои, они немножечко как-то переродились, и на кусту в этом году и сам куст не такой мощный, и плодов не так много. Поэтому, конечно, желательно бы приобрести оригинальные семена. Если выбирать между вот этими тремя томатами, то больше именно по вкусу приятный именно томат Салуха. Ну вот, можно так расставить именно данные томаты. Следующий томат — это Большая Мамочка. Такой вот томатик. Очень даже быстро он поспел. Ну, практически вровень с Любашей. Более плотная кожура у данного томата по сравнению с Салухой и Чудом Земли. А значит, он будет хорошо себя чувствовать в консервации. То есть такая вот крепкая кожура. Ну, в принципе, вкус достаточно такой приятный, томатный. И черри томаты. Это у нас Вишенка красная, Вишенка желтая и томат Красные Бусы. Что касается вкусовых качеств, то более приятный на вкус именно Вишенка, вот эта желтая, буквально-таки тает во рту. И вот это вот красное. Просто замечательные томатики. Единственное, что при переливах, если как бы не соблюдать именно поливы, их количество и
объем, то можно, соответственно, добиться того, что вот эти томатики начнут трескаться. А вот эти томаты, так как у них более плотная кожура, это у нас красные бусы, они не подвержены растрескиванию. Точно так же, как вот, например, большая мамочка и любаша, они не подвержены растрескиванию. А салоха, так как у нее, видите, более такая мягкая именно вот эта вот кожура, больше она пригодна именно и для салатов, ну, как бы на вкус это гораздо лучше чувствуется. Поэтому именно при переливах данные томаты вот растрескиваются. Вот такие вот томатики. И можно заметить, что у красных бус, видите, очень тоже такая достаточно большая именно вот эта прожилка. Из-за этого они и более такие на вкус, все-таки плотноватые какие-то такие, ну, то есть не такие сочные, вкусные, вот как именно вот эти вишенки. И томат любаша. Вот она любаша. И вот, например, разница именно с большой мамочкой. Можете заметить. Любаши более такая вот, видите, большая вот эта вот часть мясистая. У большой мамочки большее количество именно камер. И, наверное, больше сока. А именно в любаши вот такой вот достаточно плотный вот этот наружный томатный вот этот краешек. А вот что касается вкуса, то томат именно большая мамочка, она выигрывает у любаши более такой пресный какой-то вкус и отсутствует вообще практически полностью какая-либо сладость. Вот именно большая мамочка больше понравилась за свою именно и мясистость, и в то же время и сочность, и томатный вкус более насыщенный. У любаши он, вот я повторюсь, очень такой пресный. Хотя вот именно урожайность у любаши просто отменная. Даже в открытом грунте просто огромное количество томатов, но вот из-за вкуса как-то не очень он впечатлил. А большая мамочка, она в теплице очень хорошо тоже плодоносит. В принципе, они немножко так вот именно по плодовитости, так скажем, они не схожи. Поэтому можно заменить. Вот такие вот томатики. Ну и что касается вкуса, лидеры это у нас большая мамочка, это салоха и чудо земли. Ну и, конечно же, вот эти черри томаты, вишенка желтая, красная. Это вот лидеры именно по вкусу. Ну а всем тем, кому данное видео понравилось, было полезным, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями, заходите почаще в гости и пока-пока. До новых встреч, всем самого-самого наилучшего.